Валерия выезжает, пошла к Шарикам проститься. Мы сейчас с ней посмотрели охоту на львов, на буйлов, на жирафа. Погладь его. Ой. Да как он любит ее. Ну. Вот так. Чтобы не запачкал тебя только. Вон он как. Ой. Ну ладно. Все. Пошли домой. Ну, все у тебя хорошо. Маленько запачкал, но ничего. Главное, что ты побыла здесь, запоминай. Потом тебя пусть дядя Вова еще привезет, деда Вова. Кошки с тобой проститься хотят. Ну, погладь их, погладь. Погладь, зайди. Они тоже тебя любят все, вон они. Ну-ка, где они? Вот они где. Ой, пришли. Ну. Вот как, смотри, а вот Паля лежит в коробке. Иди-ка сюда. Паля пушистая, вон она лежит. Ну-ка, погладь ее. Вот она как. Что она? Такая. Да ты что, Паля? Паля, ты что, испугалась? Паля испугалась. Она пугливая такая. А вон серенькая та, смотри какая. Ну-ка. А у нас тоже был котик. О, ну-ка, подойди к ней, она может тебя разрешит погладить. Ой, у тебя шляпу испугалась она твоей. Ну ладно тогда. Со всеми. Ну-ка, колокольчик позвони, еще колокол. Только и колокол. Ну-ка, давай, дерни. Дальше, сильнее. Вот она как. 1774 год. Посчитай, сколько. Все, к бабе Наде иди теперь. Готовит пусть тебя она. Я чуть с вами до вечера не просидела. Ну, давай. Платье поднимай выше подол, чтобы не запачкать. Шикарное платье у ней. Баба, принимай. Мы посмотрели охоту львов. На жирафов, простилась с Шариком, с кошкой. Я кричу, бегаю. Ты что не говоришь-то, куда? Ну, ты баба, все, бери ее. Я к Игнатию пошла. Ну, так ты бы так и сказала, подошла. Ну-ка, пускай она, покачайся на качеле, я не видал. Ну-ка, давай. Баба, подожди все маленько. Все еще роль играет царевна, да, царица. Давай. Сейчас она качнется на прощание. Давай. Платье-то шикарное, по полу. Вот она все знает, куда, как. В городе-то ничего этого нету. О, видал? Ну, обратно не получилось. О, как. Вот так. А там баба стоит. Баба Надя. О, там никого больше нет. Это кому машешь? Мне? Все, до свидания. Вот Гликерия у нас отдохнула. Ну, еще раз залезь сюда с этой. Как она ловко лазит, привыкла. Каждый день качается. Ну, давай, ну-ка. Да ничего.
Платьем-то неудобно, но зато мягкое. Потому что я захотела. О, она чуть мне не заехала в меня. Вот она где, вот она прямо рядом. Вот она как. На пачку. Ну, прекрасно. Какие у нас тут качели. Ну все, беги к бабе уже, наверное, все. Ну давай. Только ты рассказывай, что я уезжаю на поезде, ага? Только рукой держись за эту вот, за железную-то, во-во-во-во. Чтобы не упасть. Я сегодня вечером уезжаю на поезде. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, ушки! О! Ну, неутомимая. Все, наверное, хватит уже. А там далеко на сегодня много дождя было. А многороден, видать, матушка голова только торчит. Работает, работает, как трактор. Ну, давай, давай, давай. Я уезжаю. Вот она как. О, не хватает Ульяны. Ульяна тоже хорошо качалась. Ульяна приедет еще. Но только я сказал, чтобы с бабушкой приезжала. Чтобы за глаза ничего не говорили. Чтобы уехать отсюда. О. Добилась. Что я сегодня ночью, 4 часа ночи, уезжаю в город. Ну да, 400 часа это уже к утру ближе. Я добилась этого. Понятно. Все, я пошел. Что, еще охота? Давай. Вот она как. О, деваха, сильная девка растет. Она тут привыкла ко многому. Это Алексей. Его дом, машина. Это что-то стали у меня голуби теряться. И коршун не зря лазит здесь. Он стремительно нападает и уносит. Вот он. Видишь, что? Голубей много не досчитался. Был один коричневый, того не стало. Еще бы он летал над нами-то. Прямо кругами над голубятней. Ну, человека-то не нападет такой еще. Я лазил на ту голубятню. Гретерия мне рукой махала. Тут моя резиденция. Это Устиновых их машина. Кто приехал. Это полугрузовичок. Тоже. Ласточки летают прямо над самой землей. Это означает, погода будет дождливая. Вот, она перед глазами махнула. Это бывший Павлов дом. Никита был здесь сейчас. Отдых здесь для молодых. Прямо оккупирует коршун. Явно дело, что он перетаскал голубей тут. Да не один.